Привет! Теперь у нас есть микрофон. Разжились. Тогда не было. Хотел спросить, как у вас прошло, вы только со сцены, как вообще оправдались ожидания какие-то? Да вроде, ну как бы мне неудобно, конечно, было по состоянию здоровья там двигаться, выступать. Я старалась как-то другими какими-то энергетическими посылами как-то восполнять вот эту данную свою потерю, потому что обычно я выкладываюсь на сцене и физически тоже. Вот, ну, наш фан-клуб как бы оправдал, конечно, ожидания, потому что все было очень сильно, душевно, сплоченно, так прям ностальгично и так красиво, по-семейному. А вот остальные ребята в зале, что-то какие-то, я вот смотрю, что-то какие-то они... Неактивные. Да, что-то какие-то, я прям это... Не-не, я не расстроилась, я знаю, почему это, скорее всего, но я прям даже злая, потому что это, ну, как бы, да... В общем, активнее надо быть, друзья мои, что-то как деды пришли, потому что нулевые, да, нулевые, вот были годы. Что для тебя нулевые? То же самое, что 10-е и 20-е, просто годы, ну да, зародилась, вот группа «Трактор Буллинг» была образована в 96-м году, я в 96-м году была в 3-м или 4-м классе. Ты говоришь, что ты с 2004-го, от 2004-го, то есть 10 лет в этом году. Да, да, вот, поэтому... Да, это были прикольные годы, new metal и jump the fuck up альтернативы. Но я как сказала, со сцены, я считаю, у музыки нет срока годности. Это... Ну да. Что-то поменялось вообще? Вообще я не очень люблю, когда люди начинают ностальгировать, вот этой фигней страдать, потому что прошлое — это лишний повод шагнуть в будущее. Нужно всегда смотреть вперед, а не оборачиваться назад и говорить, ох, как же там было круто. Все в твоих руках, ты можешь будущее сделать гораздо лучше даже, чем было прошлое. А вот это все нытье, как было круто. Да, надо вспоминать о прошлом там, с бодростью, как бы они приходят и такого нулевые. Группа там жжет, а это вообще не дело, господа. Это провал. А публика поменялась, да, ты говоришь, что они как-то кислее стали или что? Ну, вообще фестивалей было, конечно, не очень много, но когда вот был период господства A1, когда он был еще рок-каналом, скажем так, альтернативным, был первым, они не пойми чем. Вот, и были вот такие туры под эгидой A1 по стране, из серии «Верни мне мой 2006» или какой-то 2007. Вот тогда был, конечно, вообще кромешный ад, когда вот ездили большие туры, там, «Трактор Боллинг», «Джанейр», «Матери», там потом «Стигмата» присоединилась, «Езы» ездили, вот мы даже в Беларуси собирали огромные там залы, и так рубились люди. Понятно, да, что это была движуха, идея, сейчас все разрознено, и вот этот вот фестиваль пытается как-то подтянуть обратно такие вот субкультуры, скажем так, потому что это не просто рок, а такой субкультурный рок. Ну, что ж поделать, если будут такие люди, то это будет, конечно, очень тяжко подтягивать. Но нашим фэнам прям огромное спасибо. Я думаю, тем, кто тоже присоединился потом ко всем вот этим вот слэмовым делам, спасибо, поддержали, молодцы. И нужно как бы бодриться, сколько бы вам лет не исполнилось и сколько бы вам ни было в нулевые. Вы же не падали там, не знаю, с вышки. Поэтому вы же приходите на концерт отдыхать. Отдыхайте, не стесняйтесь. Снова здесь, где ты был.
девочек. Давайте сделаем такой сюрприз, который останется в нашей памяти надолго. Мужики, активнее, шире круг! Бежим, бежим, бежим! Шире, шире! Присоединяемся, друзья! Вы сюда пришли стоять? Готовы? Сама движуха просто в стране сроком, и так все печально. И видно, вот когда ты видишь молодежь, даже такой... Тоже, я понимаю, что «Доктор Бомбик» не самые веселые и жизнерадостные песни на свете. Я это знаю, да. Но есть еще и жизнерадостные, и жизнеутверждающие. Бодритесь, чуваки, мы же как бы молодые люди, мы должны раскачать этот мир, а не... Может, они, правда, пива много выпили? Ребята? Может быть. Да, там, да, уже тогда... Все возможно. В Маруком парке мы когда вот были. Там в этом году? Ну вот планируете? Мы в этом и поедем, скорее всего, в этом, если мы я поправлюсь. На Руком Ринг едем. На Руком Ринге дождь, и вы будете стоять после мы были? Тысячной толпы. Вот, а вот на Руком парке ты можешь стоять и наблюдать Фреда-то наблюдали. Джеймса Хэтфилда просто на расстоянии 2.5 метра. Да. Тот же самый состав. Но жить в палатке не надо, можешь снять любую гостиницу, спокойно гулять, красивейший город. Состав тот же самый, но в отличие от Роком Ринга, все 4 дня будет потрясающее солнце. Ты будешь ходить в матч, внимание. А на Роком Ринге вы просто тонете в луже, будете жить в палатке, заболеете, замерзнете. Ну да, мы замерзли. И не увидите никого. Мы никого не увидели, мы замерзли, так все и было. После 200-тысячной толпы и вот так-то. Вот так же все и было. Поэтому мы решили, что нет, только Роком Парк вообще. Ну так вот, я к чему, что там... Я помню, Bad Religion выступали что, в два дня, по-моему, во второй день. И люди, ну, там жара, как бы вообще парят, все там по пояс голые, поднажали немцы уже пивасик, и все тоже там гости из других стран тоже поднажали. И такие уже все просто там группа рубятся, 2 часа дня все-таки. Просто. А там еще же ты можешь проходить как бы литр любого напитка бесплатно, и никто не проверяет. Все, естественно, проносят вино, водку. Ну, да. И там под этой жарой все просто и под конец дня там просто все лежат. То есть там слэм, не слэм, стонсор выступает, там кучка там 4 человека, все остальные просто уже готовые стоят. Просто кушают, там что-то пьют. А они вообще такие, у них очень позитивно все на фестивалях. Никто не дерется. Милиции, полиции нет, все вот так. Классные вообще, ребята. Ну, все ясно. Я надеюсь, что у нас так же... Нет, пусть у нас так не будет. Пусть у нас будет все активно. Все будут прыгать. 9 утра уже лежат. Всем весело. Ну ладно, спасибо тебе большое за интервью. Поздравляйся, желаем тебе здоровья. И хорошего выступления в Питере. Спасибо. Thank you.
Спасибо огромное, ребята! Помните, у музыки нет возрастов. Она вечна. Спасибо вам! С вами была